Добрый день, друзья! Сегодня посмотрим июльские предложения и цены на внедорожники и кроссоверы японских марок. Съемки проводились на площадках в городах Радвилишкис и Шауляй. Обзор по корейским маркам будет немного позже. Mitsubishi Pajero 2005 года, 3,2 литра дизель, механика, пробег 214 тысяч, цена указана 3800, отдают за 3650. Mitsubishi Outlander из Франции, 2013 года, дизель 2,3 литра, механика, пробег 210 тысяч, цена 8450. Nissan Qashqai Plus 2 из Бельгии, 2009 года, дизель 1,5, механика, кожа, цена 5950.
Небольшая вмятинка на водительской двери. Mitsubishi Outlander 2007 года. 2 литра дизель, механика, кожа, люк, цена 4200. Сколы на капоте. Левая задняя дверь ремонтировалась. Honda CR-V из Германии. 2005 год, дизель 2.2, механика, цена 4350. Немного поцарапан задний бампер. Toyota RAV4 из Германии. 2006 года, 2.2 литра дизель, механика, пробег 165 тысяч, цена 4950.
Небольшая вмятинка на левом заднем крыле. Mitsubishi L200. Ржавая вмятинка на капоте. Из Швеции 2004 года, 2,5 литра дизель, механика, цена указана 3700, отдают за 3600. Трещина на лобовом стекле. На правом переднем крыле ржавчина. На борту грузового отсека тоже ржавчина. Сзади небольшие повреждения и тоже ржавчины немного. Nissan Qashqai из Германии, 2008 года, дизель 1,5, механика, пробег 232 тысячи, выставленная цена 4450, отдают за 4400. Honda CR-V из Бельгии, 2011 года, бензин 2 литра, автомат, кожа, люк, пробег 244 тысячи, цена 11250.
To be the one that you could trust, even though now we're just a memory. I just hope that was enough. Nissan Qashqai из Германии, 2008 года, дизель 1.5, механика, пробег 153 тысячи, цена указана 4650, отдают за 4500. Mazda Tribute 2002 года. 3 литра бензин-газ, автомат, кожа, люк, пробег 223 тысячи, цена 1995. Разошелся шов на пассажирском кожаном сидении. Вмятины на крышке багажника. Honda CR-V 2011 года, бензин 2,4 литра, автомат, пробег 127 тысяч, цена 5800.
Nissan Pathfinder 2007 года, 2,5 литра дизель, механика, цена 5850. Трещины на правом заднем фонаре. Nissan Qashqai из Германии 2008 года, дизель 1.5, механика, пробег 232 тысячи, цена указана 4450, отдают за 4250. Mitsubishi Pajero из Германии 2010 года, 3,2 литра дизель, механика, пробег 201 тысяча, выставленная цена 8450, отдают за 8000 ровно.
Смотрите канал, пишите комментарии. Если интересно, ставьте лайки. И кто не подписался, подписывайтесь. Не забывайте нажимать колокольчик. Всего доброго, до следующих обзоров.